Около 20 человек погибли в понедельник в Сирии при обстреле гуманитарного конвоя близ Алеппо. В Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, совместно с ООН, направившего этот конвой, сообщили, что люди погибли, когда разгружали из машин гуманитарную помощь. В ООН заявили, что не могут установить обстоятельства обстрела, однако различные источники подтверждают, что по городу велся огонь из артиллерийских орудий. В администрации США, напротив, утверждают, что по гуманитарному конвою был нанесен удар с воздуха и подчеркивают, что силы международной коалиции не причастны к нападению. Гуманитарный конвой из 31 грузовика попал под прицельный огонь в районе Урум-Аль-Кубра, к северо-западу от Алеппо. Его маршрут был известен американским, российским и сирийским властям. Госсекретарь США Джон Керри возлагает ответственность за обстрел конвоя на Дамаск. Очень важно, чтобы русские контролировали Асада, который, очевидно, без разбора бомбит все, включая гуманитарные конвои. Так что давайте подождем, посмотрим, соберем факты. Нужно посмотреть, что происходит, и затем делать выводы. В Министерстве обороны России заявили, что ни российская, ни сирийская авиация не наносили ударов по гуманитарному конвою. ООН объявил о приостановке отправки гуманитарных конвоев в Сирию.